Так с виду и не скажешь сразу, да? Да, уже здоровенький живот. А вот так стоишь и не сильно понятно. Какой срок уже? Идет 21-я неделя. Экватор беременности 20 недель, как говорят. Вот. 20 недель, сколько-то там дней? Дня 3, что ли? Завтра второй скрининг. И нам должны, по идее, на скрининге сказать пол. Но мы тоже знаем пол. В новогоднюю ночь уже узнали, что у нас мальчик. Вот такой пляшечек. Повернись в профиль. Угу. И до сих пор как-то вот не верится. В зеркало смотрю, и ощущение, что не верится глазам. Вот прям вроде каждый день смотришь, щупаешь, все. Единственное, что еще, наверное, почему не верится, это я пока не чувствую шевелений. В книге читала о том, что до 24 недели не чувствовать шевелений, в принципе, это нормально, потому что в первую беременность кто-то там в 17 недель ощущает, в 20, 18, а бывают тихие дети вообще до 24 недели вообще особо там не сильно шевелятся, не сильно активно. Я надеюсь, просто у нас спокойный малыш. Я была спокойна, Андрей был спокойный, поэтому я на это искренне надеюсь. Итак, все хорошо. Завтра пойдем выводить сфоткаю экран, наверное. Ну, еще раз покажи вот. Ага. Не, ну, в принципе, вот, если смотреть. На мой взгляд, вроде бы и не сильно-то большой, а в то же время... А какой он должен быть, да? Ну, разве что только при второй беременности он просто мышцы... как опять же в книге написано, мышцы матки как бы помнят, и просто на второй беременности на этом же сроке, но животик уже будет побольше. А так, по факту, вот. Ну, в вещах уже в некоторых прям, Андрей говорит, сильно заметно, да? Угу. А свитер там одела, пришла на работу, вроде бы лохонистая, в какой-то момент, видимо, как-то встала, наверное, что было заметно. Ну все, теперь уже срок, на котором заметно. А после мы поехали на работу, решить вопросы по документам и техническим заданиям. Заодно покажем вам цех. Это леса, которую мы недавно купили. Очень удобный и практичный. Всем советуем данную фирму в этих цветах. Вот наш цех. Швеи уже ушли домой. Хотим вам показать самый современный и лучший цех в Москве, а может быть и во всей России по пошиву штор.